15 марта – первый день голосования. Страна выбирает президента, определяет будущее. Щелковцы с самого утра и в течение дня спешат выразить свою гражданскую позицию. Это настолько важно, что многие приходят целыми семьями. Так, вместе с детьми на свой избирательный участок номер 4144 в микрорайоне Финский пришла многодетная мама Елена Пашина. Это наша задача, гражданский долг, выбрать грамотного, эффективного, стратегически верно настроенного руководителя. Семья Дойковых тоже пришла на участок в первый день голосования. Дочь Алина голосует впервые. Вот так описывает свои эмоции. Очень необычно, волнительно приходить сюда не в качестве зрителя, а вместе с родителями, но еще и поучаствовать. Для нашей семьи, как всегда, выбор – это праздник. День, когда мы делаем очень важный выбор для нас, для нашей страны, для наших детей, для наше счастливое будущее. С раннего возраста мы деткам прививаем, что когда они вырастут, они тоже должны прийти и сделать свой выбор, отдать свой голос за красивое, процветающее наше будущее. Впервые голосующих на участке порадовали сладким угощением. Напоминаем, что выборы проходят в течение 3 дней. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. Анна Балиет, Щелковское телевидение.